начала года в администрацию поступило 39 тысяч обращений жителей Кубани. Выяснилось, что некоторые вопросы не решаются годами. В антирейтинг вошли Гулькевичский, Лабинский, Темрюкский районы и город Краснодар. Вениамин Кондратьев отмечает, что главы муниципалитетов должны первыми узнавать о проблемах жителей и не заниматься отфутболиванием их вопросов. Мы отвечаем на жалобы, даже не выезжая порой на место. Там, где в муниципалитете легко доедь, посмотри и определись. На место никто не выезжает. Но ответ идет на два листа. Коллеги, ну это же чистая отписка. Невозможно управлять муниципалитетом. Невозможно понимать и чувствовать, что нужно жителям района того или иного. Сидя в своем кабинете, никак не получится контакта и настоящего ощущения реальности жизни. Если нет результатов, должна быть ротация. Или переезжаешь на другое место работы, ну или найди себе другую работу, если так считаешь нужным. Но результат вы не положишь. Вы должны создать эту систему ротации в крае. Когда по 15 лет сидят и жалобам тем же самым, нерешенным по 15 лет, проблемам, ну вот тогда такой мы результат и имеем. Проверка исполнения поручений традиционно проходит каждый месяц.